Привет, друзья! На связи с вами Куликов Сергей, и это сайт focusatmoryka.ru. В этом видео мы не будем смотреть с вами фокусы. Я вам покажу одно прикольное фигурное ложное подснятие. Ну, грубо говоря, такой простенький флориш. Вот. Но когда вы его исполните, последовательность карт не меняется. Поэтому для любителей всяких там вот флоришей, которые оставляют порядок карт неизменным, это то, что надо. Он, в принципе, простенький, но выглядит он прикольно. Итак, давайте глянем. Итак, друзья, давайте посмотрим, как выглядит это фигурное ложное подснятие. Запомним, снизу у нас бубновая шестерка. А сверху у нас, давайте джокера не будем брать. Сверху у нас четверка бубновая. Здесь шестерка бубновая, здесь четверка бубновая. Итак. Шестерка снизу, четверка сверху. Еще разочек. Шестерка снизу, четверка сверху. Вот такое простенькое подснятие. Теперь давайте разберем, как его выполнять. Ну что же, друзья, продолжаем смотреть наше видео с обучением этому простому фигурному подснятию. Ложному. Итак, снизу, значит, оставляем также бубновую шестерку для ориентира. Сверху четверку. Итак, что делается? Здесь вам необходимо два навыка. Это swing cut. Вот это подснятие, кто не знает, это swing cut. И swivel cut. То есть это вот это вот подснятие у нас. Это swivel cut. То есть swing cut и swivel. Итак, что происходит? Сначала мы делаем swing. Берем примерно 1/3 колоды. Бах. Забираем в руки. Далее мы делаем опять swing cut. Делаем такой вот разрыв. Далее я беру большой палец, точнее небольшой палец, указательный, помещаю под низ. И вот так вот выпрямляю эту стопочку. То есть я ее выпрямляю и кладу вот сюда посередине. Захватываю ее средним пальцем. А эту стопочку забираю отсюда верхнюю. Далее я руку вот так вот наклоняю. И отпускаю вот эту стопку перевернутую. Она у меня скользит сюда. Эту стопку я продолжаю держать безымянным пальцем и большим. Используя эту стопку, я переворачиваю вот эту стопочку. И накрываю ее, но накрываю на мизинец. Оставляю брейк. Накрыл. Далее я подхватываю второй рукой вот этой своей правой. Также большим средним пальцем. Подхватил. И делаю swivel cut. Перевожу сюда вверх. И накрываю сверху остальными картами. То есть шестерка у меня остается снизу. Четверка остается сверху. Еще разочек. Делаем swing cut 1/3 часть. Забираем в колоду. Забираем в руку. Далее делаем опять swing. Делаем разрыв вот этот вот. Выпрямляю. И заношу сюда. Захватываю. То есть вот как у меня пальцы держат сейчас эту карту. Указательный, средний, безымянный. Здесь у меня большой палец, все три стопки упираются на большой. То есть поместил я сюда среднюю, забираю сразу же верхнюю, подношу среднюю, отпускаю ее, скольжу вот этими нижними, нижней стопочкой и переворачиваю нижней стопкой эти карты. Вверх, накладу эту нижнюю стопку наверх, но кладу ее на брейк. Захватываю двумя руками. То есть вот как все это выглядит у меня сейчас. И делаю swivel cut, то есть указательным пальцем левой руки. Я переношу вот так вот эту колоду в свою руку и оставшимися картами накрываю. То есть у меня получается шестерка также внизу, четверка наверху. Итак, раз, два, три и четыре. И вот получается наше подснятие. Раз, два, три,
4. Вот такое вот легкое подснятие, друзья. Такое эффективное, простенькое, то есть в ваш арсенал ложных подснятий, которые вы, я думаю, по-любому используете в фокусах, вы можете его спокойно взять, оно вам там пригодится. Итак, друзья, на связи с вами был Куликов Сергей, он же Моряк. Подписывайтесь на канал, конечно же, пишите комменты, потому что конкурс на лучшего комментатора еще никто не отменял. И до встречи в следующих видео. Пока!